Друзья, всем привет! Приветствую на канале. У нас в Алмате начинается жара. Сегодня 28 и до 32 в ближайшие 10 дней. Все, дождей не будет. Короче, у нас начинается жаркое лето. И я вам показываю свой карагач, которому 2 года. Вот. Он уже, смотрите, как сильно зарос мгновенно. Вот надо срочно стричь. Я сегодня буду его стричь. Вот, вот посадила, кстати, ребят, молодой карагач, видите, и он принялся, вот дает листики, вот, вот и там вылезает, 5 кустиков подсадила, здесь у меня будет заборчик, это будет догонять, и вот мне надо вот это сегодня все обрезать, и чем больше его обрезаешь, тем лучше он распушается. Как я буду обрезать, ребят, ну, вот длину, скажем так, на 1,50 м, наверное, обрежу. Постараюсь как можно ровней. Принесла секаторы, вот такие вот ножницы. Ой, не знаю, видно вам, нет. Мне, например, вообще ничего не видно. Ну, вот так вот он сейчас выглядит. Подальше. Вот, вот такой кустище. Ну, красивый. Хороший, но не ухоженный. Так, приступаю к обрезке. Ну вот сейчас обрезаю секатором. Вот вы видите, вот она это место. Вот так приблизительно. Потом выровняю большими ножницами. И вот здесь вот, вот эту вот толщину, которая сбоку, тоже буду вот так вот убирать. И, в принципе-то, все аккуратно пройтись, подстричь, вся стрижка. Просто время, как говорится. Ну что, работаем дальше. Ну вот, друзья, основную обрезку секатором сделала. И сейчас буду выравнивать ножницами. Но, по-моему, получилось неплохо. Так, нормально. Не сильно криво, хотя у меня глазомер не очень-то. Ну вот, сейчас подровняю ножницами. Должно быть вообще хорошо. Ну вот так, друзья, закончила я стрижку. По-моему, получилось неплохо. Даже относительно ровно, я бы сказала. И сразу кустик так преобразился. И вот так хочу я. Вот видите, там продолжение. Сейчас вот под кустом маленько скосила травку. Сейчас еще обкашу вот эти вот молодые. И пусть растут. И вот так у меня будет заборчик. А вот что буду стоями делать, пока не знаю. Ну, в общем, война план покажет. Пока еще далеко до этого. Вот так растет. Вот, на этом все, друзья. Так простенько делать эту стрижечку. Вот, даже с удовольствием, как говорится. Прям даже любо-дорого посмотреть. На этом все, ребят. Пока-пока. Ну и напоследок, друзья, посмотрите. Моя роза. Ой, вообще, как она цветет, как она цветет, вы посмотрите, это обалдеть, я вот просто выхожу за ограду любоваться, любуюсь ей, прям хочу еще вот посадить, размножить их, чтобы было как можно больше, посмотрите, какая неземная красота, руки, правда, грязные, но смотрите, какая она большая, большая довольно-таки роза для вьющейся, обалдеть. Обалдеть.